очень интересный путь. Я откормила грудью 2 года ребенка после родов, после всех вот этих вот соплей, памперсов и так далее. Мне просто стало на себя жалко смотреть в зеркало. Я пошла тренироваться, вспомнила молодость. Вот. Ну и с течением обстоятельств появилась эта номинация. Ее ж не было раньше. И я подумала, я как-то сидела, кушала в Ютубе тут. Смотрю, а чем я хуже? Я сейчас чуть-чуть покушаю и пойду соревноваться. Вообще сильно хотелось купальники делать. Я прям видела всех свои купальники и вижу их до сих пор. И надеюсь просто, что будет форма, чтобы их показывать. Вообще очень нравится выходить на сцену, счастье. Это очень дорого стоит, эти медали. Стоит дорого. Сколько? Ну, обычно за 3 недели начинается вот коррекция каждого индивидуально, да? Конечно, как вы сказали, 6 дней в неделю тренировки, 1 день отдыхаем. Очень много будет зависеть от питания. Те девочки, которые по набору, ваш вопрос по набору, и те, которые по больше слить. По набору они питанием это корректируют. В принципе, тренировки мало чем отличаются, кроме кардио нагрузок. Вот. Кардио, конечно, лично я кардио вообще не делаю. То есть, вот если можете сравнить кого-то, что похуденькая девочка, можно кардио вообще отменить. Единственное, что питание очень много будет значить. Те, которые хотят больше набрать, они тренируются на износ с большими весами. Ну, вы это все без меня знаете. И очень много кушают. Мясо, рыбы, творог, жирное молоко, вермишель, рис. Рис обязательно, чуть ли не я варила себе по литру в день, вот литровая банка, и старалась его вообще за день съесть весь. Как я это делаю, я не знаю. Те, которые у вас сушатся, которые сливают водичку, они, конечно, должны минимум макарон и риса, то есть там 4 столовые ложки, 5 столовых ложек в день и все. А в основном мясо, рыба, меньше веса, больше повторений, обязательно кардио, каждый день. Там овощи какие-то допустимо, можно разбавить? Обязательно. Когда у вас много белка в рационе, вам нужно обязательно есть салаты. Белок будет лучше усваиваться, когда есть клетчатка. Клетчатку в воде отдельно можно? Можно. Можно поесть, допустим, мясо или яйца сейчас есть, через полчаса съесть салат. Без проблем вообще. Масло только утром оливковое. Орехи исключить, вот. Фрукты сладкие исключить, только грейпфруты, но вы знаете, вы с тренером, лимон и грейпфрут только вам можно. Потом, по поводу тех, которые сбрасывают, по поводу углеводов тоже важный момент, перейти на какие-нибудь хлебцы, где их минимум, что вы так себя обманули, съели там рисовый хлебец, рисовый, и все, углеводов минимум. Конечно, нагрузки должна быть тренировка, всегда на износ, обязательно потеть и тем и другим. Вот. Всегда только худенькие берут большой вес, мало повторений, без кардио, но с питанием обязательно поесть. Если вы не поедите в течение получаса после тренировки, вы сделали тренировку напрасно, просто вы похудели. Многие советуют по часам. Я не знаю, как ваш тренер советует, но я не кушаю по часам, я кушаю, когда могу, потому что у меня ребенок, муж и 2 работы. И обычно это делается на коленках в машине, пока я доезжаю от работы до тренировки и обратно. Вот. А самое важное – хотеть выйти на сцену и чтобы за себя не было стыдно. Это самый важный стимул. Как вот ничего не хотеть, так как медаль. Если девочки склонны водянистые, склонны такие к полноте, плохо проступают мышцы, конечно, там за 3 недели убираются и углеводы, и дистиллированная вода становится вместо обычной, и молочная, все убирается за 3 недели. Но это нужно, опять же, потому что с каждым индивидуально, с каждым, на кого каждого посмотреть и сказать, потому что так очень сложно. Естественно, соль, сахар, то, что можно всем убрать или там сделать, это убрать соль, сахар, убрать все конфеты полностью, все мучное полностью убрать, это всем-всем. Я лично этого не кушаю. Очень редко, по утрам, если сильно хочется. Если стресс, то можно черный шоколад и утром. Да, но я сушусь очень мало. У меня сейчас начнется сушка, я на сушке убираю только углеводы после обеда, вода у меня остается до последнего.
молочное остается все жирное. Ноль жира, ноль сахара, ноль соли. Вот это самое сложное. Потому что иначе я секусь и похожа на бодибилдер. Сейчас я без грима этого не видно, но в гриме очень видно сечение мышц. Сечение мышц не должно быть. Должны быть мягкие переходы форм, обязательно видно мышцы. Вообще сцена все показывает, очень сцена показывает всех. Есть такие девчонки, которые приходят, такие они все классные. И вообще, и грудь силикон, и тут, и все. А выходит она в финал не входит, потому что она теряется. Я знаю девочек лично, которые за сценой, я с ними подбегала фотографироваться, потому что не могла глаз отвести, а на сцене они не проходили финал. Поэтому сцена всегда покажет, кто есть кто. Кто хочет славы. Еще в день соревнований с утра вы, в принципе, можете и скушать там белочки вареные и ложечку риса. Это кто может себе позволить рис, кто не может, только белочки или кусочек мяса, кусочек вареной рыбки. Вот. И прямо перед соревнованием можно за 2 часа загрузиться. Или батончик протеиновый скушать, или скушать 2 ложки риса. Это так, чтобы в мое настроение не упасть. Потому что на сцене начинается головокружение всякие, и перед сценой нужно что-то подкрепиться. Но немного, чтобы живот не надуло. И еще я вам советую спумизан. Те девочки примерно за неделю, дней за 10, они полностью убирают воду на дистиллят переходят. Дистиллированную воду покупают. Я ни разу этого не делала, и я все время с ужасом смотрю на это. Я бы лучше пила меньше воды, хотя я не знаю, они с ними все нормально. Вот. Но они покупают вот воду на, знаете где, да, на заправках, вот дистиллированную воду для омывателя бачка. И ее, но лучше покупайте воду, я советую вам, малятка. Вот, она как дистиллят. Да, малятка, вот эта водичка, я многих девочек вижу с ней, они говорят, что в принципе эффект тот же. Вот. По поводу воды. В день соревнований я воды вообще не советую, потому что грим весь течет. В межсезонье я обязательно пью гейнер, белковый коктейль. Потом в межсезонье я пью креатин, когда нет тренировки, утром натощак с соком, стакан. Когда есть тренировка, сразу после тренировки 5 грамм креатина в сок или в сладкую воду выпила. И потом покушала сразу. Ну, 6-разовое питание, я думаю, что это рассказывать вам не надо. Потом по поводу еще добавок. Глютамин. Я пью после тренировки, потому что у меня очень большие веса. Я боюсь себе порвать мои бедные мышцы без того. Я пью глютамин, чтобы хоть как-то все это было насыщено. И обязательно всем, кто и худеет, и полнеет, и набирает, аминокислота должна быть всегда с вами. БЦА многие пьют, мы на аминокислоте. То есть всегда водичку налили или перед тренировкой выпили, потому что это дает эластичность кожи, и кожа становится хорошая, и эластичность мышц увеличивается, потому что нам же не нужны всякие травмы. Вот. А если вот протеин с содержанием креатина? Нет, там его очень мало. Л-карнитин я никогда не пила, но все, кто пили, по опыту моих подруг, знакомых, и те, что я советовала, которых я тренирую, всех есть результат. Но тоже я советую делать перерыв. Все говорят, что никакого ни сердцебиения, там, ни тремора, вот этого, ничего такого нету. Все девчонки худеют, но это должна быть хорошая физическая нагрузка. Потому что он как тоже он как кофе действует. Он должен сразу энергию свою надо куда-то девать. По поводу гормонов. Я очень категорически не рекомендую, потому что фитнес-бикини все-таки это пропаганда того, что можно добиться питанием, того, что можно добиться без химии. Вот, изначально создана эта номинация. Потом, по поводу жиросжигателей. У многих девочек критические дни пропадают. Очень много, а потом последствий. Вот, сердцебиение, там, давление и так далее. Тоже я этого не рекомендую. Если вы поедете там на Украину, то можно за 3 дня выпить какой-нибудь вирашпирон и слиться, но это максимум, что можно. Пока вот такие там региональные какие-то внутренние соревнования, я вам не рекомендую кого-то послушать и выпить сильные жиросжигатели, от которых трусятся руки, сердце выпрыгивает. Этого не нужно делать. Можно добиться этого без просто потрудиться чуть-чуть побольше и меньше покушать.